Блин, зачем голосовой чат анонсить, что ты его подняла? Вот нахуя эта инфа была? Эта инфа была для того, чтобы его подменили, потому что второй удар бы его ударил. Ну, пока понимаешь, я тут танк не этого... работает. Тут Да. Его его быстро не можно... подменить никак. Ну вот, я это сказала, и пока я это говорила, второй удар его слил. Вот для этого Количество я... напула в виде Роги и Ханта одного недостаточно, чтобы очень, ну, много ограды. У нас есть разбойник на замене. Ну, 205. Когда идет уже 3-4 стака, 5 стак висит, и на мне агро, и кто-то должен после меня идти, нужно иметь сальву в запасе. Сальву на ДД, на Неликсов, Хуеликсов вообще нельзя отдавать. Пускай лучше они сдохнут, чем танк. В любом случае я это сказала для того, чтобы вы имели в виду, что сейчас сдохнут. Вы слышали, что я сказал про сальву? Да, слышали. У нас в рейде три сальвы. Холипал и два протопала. Эти сальвы только на танках должны оставаться. Которые снижают... Сколько там они? 20% агро за 10 секунд. Или 10, или сколько там? 2 минуты КД. Вот эту парашу на вот эти моменты надо оставлять. Потому что, блядь, я не могу, блядь, сказать, босс, нахуй, давай вот ебаши этого чувака, нахуй. У меня стаков уже дохуя. Тут только сальвы. Либо второй протовар, если он мгновенно 10% вот снимает. Этого я и сказала вслух. Все, Полинус, ну вы поняли, да, суть ситуации? Тут просто не было снижения агра по мне. Я не бил. А второй... Короче, три сальвы, блять, ни на каких ДД не отдавать. Это только на ситуации, когда станка Анкил. Нужно забрать следующему. Войд, теперь на Эликсу можно, чтобы он пошел поменял талант? А, талант? Мне похуй, пусть сдохнет. Анкил. Ему и так хорошо с этим талантом. Его 3 недели уже 4 говорят, и ему хорошо с ним. Пусть Анкил, с ним тебе кто-то нужно с босса? Ченку ты по приору не заберешь. А че он? Ну, я Айзик хочу позвать, он, в принципе, готов зайти. Давай, давай. Потому что ты 2 на пол, это шляпа полная. Если РДД срывает агро, то... Неликс, ты исцелил в 3 раза меньше, чем я на 4-м месте. Это ни о чем. Тут удар идет очень сильный, точечный. Поэтому твое плановое, ну, грубо говоря, там, точечное исцеление Ладно. По группе, которое Потом. Идет не спеша, оно ничем не дает. Потом по счету Неликса там, после рейда пообщаетесь там. Я говорил, в чем проблема. Три сальвы, их четко, четко сохраняйте на эту ситуацию. Вы в курсе. Так они все были. Ну, кто там может? Девка, ты Woman смотришь? Нахуя? Мне бы еще где-то, чтоб сальвы, я когда это видел. Дыбом. Это надо видеть, когда на всех танках столько стаков. Я стаки вижу. Ну вот, если будет 4, тогда анонсишь, чтобы давали сальву. Вне зависимости от того, кто второй по агро. Пускай скидывают, столпают, пускай там делают. Там еще важно, хотят. Кто второй танк. Типа, я могу быстро забрать. От Неликса будет больше толк, когда он наберет много агра, пусть он хилит, просто становится танка, и быстрым исцелением его хилит того танка, которого бьет босс. Вот и все. Будет больше толку, чем будет просто... Нет, того, которого бьет босс, я верхилю, поэтому я и говорю, что я на какой-то да, момент... Заканчивайте даже... хилить со своим хилом, блин, тут Давайте не в этом... Чекайте. Айзек, ты в ШД? Окей. Ну вот интересно, что вы сейчас доебались до меня? Сейчас проблема во мне была? Неликс, нет, Неликс. Вроде. Тихо. Ну так идите нахуй, так, блядь. Неликс в бан нахуй, заебал ты уже. Ой, это анонсы, когда 3-4 Да, так. Сейчас секундочку поставлю активацию. Айзек, там, не слышишь, ты в ШД?
Айзек, по-моему, в Дискорде нет. Нет, в Дискорде. Энджи жужжит. Или просто в там. Должен. Войт, у тебя на голос? Так, так фондово идет. Ну, типа такое гудение. У резиста тоже. Поэтому лучше на клавишу поставь. У меня на клавишу. Потише сделайте его и все. Либо потише. Ну, в принципе, я тебя могу заметить, ты мне не нужен. По крайней мере, на этого босса. А вот паладину пускай мучается. Шторм, ты релогаешься? Шторм. Я, короче, смотрю видео, даже будет твоё гудение мне мешать видео смотреть, блядь. Какое ощущение, как будто дом трясется, блядь. Так, у нас проблема, по ходу дела. Кирс, будешь-то еще одним хилом? Стой. А, ну тогда демонологи. Все, да. Психи пошли опять. Смонти, Казума. Прошу прощения, свет вырубил на 2 секунды, нашел удар. Знаю, камень надо прибивать. Разуму сманули. Верчи на баф и пул. Айзек объяснил про напулы. Фишка такая, то что босс не таунтится, поэтому нужно только агро, ну, агронабором брать босс. Минус Полина, что ли? Да, написала и уехала. Ага. Аскерс хил. Я понимаю. Ну ладно. Внимание. Вы перепейте сапроту, когда кончаются. Thank you.
Ну, народ так любит. Геро, дай. Наросли эти, я прозарядал. Нет, я далеко. Блин, отдал, когда забыл. Народ на пульте было расти. Алло, я болтал. Подними локи. Ой, стоп, мне на полу встал. Рибав по локам дайте. Садил по монороту, если откадать его сразу. Ты немного обрал. Ой, кстати, скинули. Сколько еще? Фаза. Кому? Дал. На полу монорота. Ой, ты набираешь, а что ты хранишь? У меня откадыш 80. Наркода я драдал. На сферу не наткнитесь. На народ дал каплю. Понимаю. Красиво, ебать. Два или три раза, блять.
сказали, на сферу не наткнитесь. Это все равно, блядь, кто-то наткнулся. Ближайший к сфере труп, по-моему, отказывает. Там дело не в том, что кто там ближайший, там главное, к кому тянулось. Слушай, он ближайший к сфере был, знаешь, у него типа ножа от первого встречного разбивается. Ладно, это видео есть, посмотрите. Потом. Я разберемся. Был отвернут в этот момент. Не знаю, Мозер, если тут, видел, нет? И чтобы не сворачивать. Потом, после рейда. Есть СС в штанах. Уничтожение успешно завершено. Там не видно. Ну, отвернут, да, был? Угу. Даркс, если мы если пингует, мы... Нет. Так, может, тогда предлагаю сделать немного дислокацию, чтобы он первый раз побежал к центральной, к чем у нас проблема. Центральная правая или центральная левая. Смотрите, короче, давайте тогда так, начнем вот здесь. Вот босса вот сюда поставите. Вот сюда поставите босса, да? А получается... Вага. Нет, Вага, да, заберешь справа. Вот который вот видишь, я смотрю. Не могу просто на это. Ну где я и был. Ну да, где я был. Вот, ловишь там. Энжи. Получается, взрываешь. Которая по центральную. Взорвал. Пробежал через рейд, прохилился. И сразу бежишь взрывать третью. А рейд при этом всем стоит где-нибудь вот здесь. Ну, либо вот с этой стороны. Босса, главное, ближе к центральному держи. Ну вот где типа меточка стоит, чуть правее нее. И тогда у нас не будет такой хрени на последнем. Вот, а потом, получается, как он на центральную сбегает, возвращаемся обратно, ну как. Сейчас рыба пуховая. Цуманите Азика и Огрева. То есть там это Энджи на спринтах через рейд пробежишься. Да, там первый хлопнешь, через рейд пробежишь, тебя подхилят и сразу, ну... Ну, в общем, как удобно, так и делай. Алоэ, смотри, вот... Вот сначала начинаем, да? Получается, босс где-то вот чуть-чуть правее от звездочки. Чтобы мы сначала бахнули центрально. Ну, это точнее, чтобы он на центральную побежал. Это только первый раз. Вот, а потом после первого подзарядки обратно, как и было. Неликс, алоэ, чего не хватает? А сейчас это РДД вот где-нибудь в Луне. Да? Да, где-то там. А босса главное вот чуть-чуть вот... Короче, между боссом и между звездочкой. Вот туда можете поставить его. Босса поставлю вот звезду. Вот, да-да-да, вот звезду. Слишком там тоже не прижимайся, потому что там алоэ, алоэ Энджи будет ловить эту сферу. Ну да. Чтобы тебя не цепануло. Рейд, встаньте в одну точку, ближе к нему, пожалуйста. Звездочка, выйди. Вообще не бить.
сферу дайте. Все, и сейчас убегаем обратно, как, ну, начинали до этого. Ой, бей. У меня нет стаков, есть кинга. Локи скиньте. Пожимки есть? База. Идите его туда обратно. Да, уже по стандарту. Я подполкнулся. Ой, стопки. Не бей вообще. Айзек сейчас порвет. На пол отковат. Болор скин. Стою сальбу хотя. Парад. А, да. Бегу под пол просто. В кого? Отдал. СС есть? Поднимаю. На пол в монорота ловит скорс, если есть сальва, подбивать по ловит. Казарио есть сальва? Ну, откуда вы? А, ну, что кого на пол? Монорота? Да. Монорот забрал. На пол узковато. Монорот стопнет. Сейчас. Вага есть пальма по монороту, если надо спину у него. Нет, да. Чуть куда. Я отдам через 5 секунд. Сейчас я на пулю. Отдал пальму на народ. На пулю. Через 25 секунд будет. Все, забрал.
тамплиеры, ребятушки. Эдра Долына. Вводите. Фаза. Сальва есть. Отдал. На пульте в Монорота. Сальва есть. А, у кого не есть. Что, дать сальву? Монаро. Монаро топнет. Далеко ушел. Сальва у меня готова. Отдал, что Монара, то сейчас заберу. Сколько там ловится там? Вот. Отдам полкос. Пока. Кого лой заберет. Сальва есть кому. Монарот набирай. Монарот наплылся. Алоэ, когда не оценится, то жену скажет. На пол кого-то. 10 секунд мы на рынке. Под следующее дам каплю, по-моему, народ. Собрал. Сразу пультик в него. Могу пальву через 2 секунды отдать. 5 секунд. Я напулю хорошо сейчас. Напулю. Ревностный. Сейчас зубы. Ага, я упал. Смысла нет. Уже. Я не наберу агро. На алоэ на пулево. Бэр быстрее. Реваша попал, знаете. Второй БР скорее. Дайдру ин. Поднимай дайдру сразу. Быстрее. Там.
Это дверь чуть отодвиньте. Там лужа рядом. Кафе. Ближе к боссу РДД. Массакру. Массакру смогу отдать. Следующий такой. Вот. Иннер, по шторм дайте, пожалуйста. У кого есть Иннер свободный? Энджи, подойди до Иннер по шторм. Монорад. Каплю с монораду отдал. Каплю. Да, Зулу, приготовься. Готовы, по кому? Следующий раз по монораду, по команде, скажу. Зубы. Каплю ему отдам сейчас. Подкат. Растягивается на два кота, сейчас подавайте. Была уже. Алоэ. Алоэ забрал. Ну алоэ до конца держит. Ух ты, Витриня, Боля. А эта хуйня что здесь падает? Да. Да это шляп. Та апнутая. Боля. Мозер, как тебе геймплей? Котика и по пятницу. Котика и по пятницу. Освободил вас от шипения там. Ты чувствительность потом побалуйся в дискорде. Там, ну сейчас вот я попробую 10 поставить децибел. Дискорд я что-то хуй знает. Там усилок играет с компароль. Нихуя. Кольцо бисовое, да? Ну да. Да, охуенное вообще топово. Алло, что ДД меня инспект, да? Я думал танк. Хороший лут сегодня. Ну да, не такой дерьмовый, как обычно. На удивление. Снимаю муты там, Элбрил, на лицо. Завара. Рисуй ты уже. Было уже. Ты... А, было? Да, вместе со сбором 1400 давал. Что-то сапрот порезали и стало сильно потно. Ну, самое главное, тут сальвы решают. Хуйня вот это вмешательство минус 10 очень хорошо решает мгновенно. И КД у него 30 секунд. Он считает, что в два раза эффективнее, чем сальва. То есть мне откатывается быстрее. Ну что, всем спасибо. Завтра после, дайте завтра готовы. Пойдем солярку ковырять. Угу. Завтра что? На солярку собираетесь. Понедельник, да? 18 ставим, да? Или что, или как? Или сколько? Пол седьмого можно. Можно ставка, как обычно, да. Подойдут и к 7 начнем. Я тоже только где-то к пол седьмого, если включится все. Ну давай, ставь на 6.30 на завтра. Ага. На вторник-то также.
по ДВ у нас все закрыто, мы пока их наука вообще не рассчитываем. Там надо усилять статик чем-то. Ну как, набираем народ, там что-то у них упоминать. Так, вон, еще нормально, видишь, ребята типа Даркиса могут ходить с нами. Еще видишь, еще Джайна закрыта. Ее когда открою, что там будет, надо посмотреть. А что с Джайной? Ну закрыта же она. В смысле закрыта? Работает уже, блядь, третью неделю. А че с ней? Ну закрыли. Парели первую фазу будут перерабатывать. Что-то делают, ну. А лут что, тот же? Или будет добавлять? Ребят, закрыли босса. Ну, просто... с учетом того, что они, блядь, с сопротами сделали, там еще хуже, наверное, сделают, блядь. А у Ешки какой-нибудь добавят пару рейдов, иначе вот. Чем делать мне хуже, что ты про чем народные инстинкты? Типа отдал и не сдыхаешь, да? У тебя там же символ есть, да, плюс 15 вроде как. Это же вообще пиздец. Ну а так, а сколько у тебя тон там, когда ты его прожимаешь? Сколько, 150 есть? Ну да, не убьют. Сука. Ну да, да. Там только... Сколько там? А ну 5 совкотики, это, конечно, такое себе. 30%. У тебя 3 кд, 3 минуты. А, ну у меня символ, видишь, на снижение. А у тебя символ на плюс 15. Ну, на роботе его заранее отдаешь. То есть я его на 2000, на 3 растягиваю. Угу. Там самое хуевое, когда он тычку проводит.